Всем громадный привет, и вы на канале Супергекты. Сегодня у меня еще немножко хрипший голос, все-таки до конца еще не восстановился. Но, тем не менее, продолжаю свои ролики. И сегодня в этом видео вы увидите товары, приобретенные не только в магазине «Подружка», но и в другом месте. Давайте с них и начнем, а потом перейдем плавно к покупочкам из магазина «Подружка». Ну что ж, начнем. И первое, что я вам покажу, это вот такое вот средство. Это концентрат для мытья посуды. Марка BioMio, но делается это все под контролем Splat Cosmetics. Это экологическое средство, и поэтому оно подходит не только для мытья посуды, но и для овощей и фруктов, что очень здорово на самом деле, потому что я всегда мою овощи и фрукты с мылом, а тут получается, что он использует то средство, которым моешь посуду. Это здорово, действительно. С экстрактом хлопка и с эфирным маслом мандарина. Также данное средство подходит для мытья детской посуды. Вот что, в принципе, понятно. Здесь такой приятный цитрусовый аромат. Он просто обалденный. Это действительно концентрат, потому что данное средство очень-очень густое. И мне понравилось, как великолепно оно справляется с мытьем посуды. Посуда промывается буквально до скрипа. Да, настолько она становится чистой. И не только посуда. На самом деле, я, когда мыла плиту, еще обратила внимание на кухонный комбайн, который, к сожалению, как-то вот сильно испачкался, а мы никак не могли его очистить, пытались всячески, а это средство справилось. Я взяла губку, там при том этого средства не полно было, а ну, то, что осталось, я вот так провела, смотрю, прям легко так очищается, думаю, вот это да. И я наконец-то действительно прям вымыла до кристальной чистоты этот комбайн, и это круто. И это средство мне вышло всего лишь 168 рублей. Я считаю, что за такую сумму просто потрясающе. Чем вот эту всю химию покупать там за 50 рублей. Для био это нормальная вполне себе цена. Лично я очень рада, что у меня появился такой концентрат. Теперь буду частенько брать. И также вот что решила я попробовать. Вы знаете, что мы любим капсулы уже давно. Но почему-то мне захотелось био-порошок попробовать. Ну, в смысле использовать. Цена 460 рублей. Это тот же бренд, как вы понимаете. BioColor. Экологический стиральный порошок для цветного белья. Это именно для цветного, с экстрактом хлопка. Такая приятная карабулька. Без запаха гипераллергена, 1,5 кг, 30 стирок, концентрат. Сделано в Дании. Что хочу сказать. Вот я его открыла, уже попользовалась. Тут у нас находится порошок с какими-то синими гранулами. Этот порошок написано без запаха, но все-таки запах здесь присутствует. Он такой слабый, но такой приятный. И какой-то натуральный, то есть не воняет порошком мерзко. А мне вот именно что еще не нравилось именно стирать порошком, что вот этот запах порошка ощущается на белье. С капсулами такого не бывает. Вот и тут то же самое. Хочу отметить, что здесь я, постирав, поняла, что, во-первых, этот порошок офигительно отстирывает вещи. Не остается на вещах. Это меня тоже очень бесит в порошках. Не остается ничего. И плюс, вот знаете, я, конечно, добавляла кондиционер для белья, но мне кажется, что и без этого белье будет довольно-таки мягким. Мне так, по крайней мере, показалось. Ну, не ручаюсь, конечно, не отвечаю 100%, но мне так показалось. И, кроме того, этот порошок, он очень экономичен. Его использовать, вот я там читала инструкцию, там чем больше загрязнения, тем больше мерных ложек. То есть там сколько? Ой, 50, по-моему, да, 50 миллилитров. И, в общем, чем больше загрязнения, тем, соответственно, больше нужно этих ложек. Ну и также это зависит, конечно же, от жесткости воды. При средней жесткости воды, как в моем случае, максимум 4 ложки. Я вот, знаете, несмотря на всякие там загрязнения, просто решила максимально 4 ложки вложить. И хочу отметить, что, в общем-то, получилось все очень даже хорошо. Просто все белье сверкает чистотой, мягкое. И вообще я осталась полностью довольна. Кроме того, как вы понимаете, даже эти 1,5 кг, если уж использовать и меньше, а не 4 ложки, то вообще хватит надолго. Это очень экономично, рада знакомству, но это не все, что я взяла. Я решила, если уж на то пошло, взять еще и отдельно для белого белья. Та же стоимость, 460 рублей. Система вся та же самая, тоже с экстрактом хлопка. Ну, в общем, поэтому рассказывать и долго останавливаться на этой упаковке я не буду. Но суть вы поняли, уловили, да, что, в принципе, я осталась довольна. И вот эти две коробки мне хватит реально на очень долгое время. Теперь переходим к товарам из подружки. Вот такой у них каталог сейчас.
яркий, как обычно, в общем-то. И я зашла, знаете, купить, соответственно, все по скидкам. Поскольку я уезжала на море, и, в общем-то, не было варианта у меня, чтобы подготовить себе, так сказать, вот эти 15% скидки, как я обычно делаю в подружке, а утром 20%. В итоге я зашла, именно купила то, что было по скидкам. Зашла, заглянула, посмотрела, что-то интересное есть. То это и взяла. А интересное нашлось. Все вы прекрасно знаете, что я люблю ухаживать за волосами, поэтому эта продукция у меня всегда стоит в первых рядах и обязательно рассматривается к покупке. Буду называть стоимость по скидке, и поскольку это сейчас проходит, и сейчас скидки идут, то, соответственно, советую вам тоже сходить и купить, если возникло такое желание именно сейчас. На вот этот шампунь скидка шла 32%. Кенсака Кристал. Кристальная свежесть нам тут обещается, 300 мл. Мне нравится исполнение вот этого бутылька. Выглядит очень так дорого, элегантно, при этом стильно. Ну, все, что нужно, есть в этой упаковке. Останется только потестировать в качестве шампуня. Плюс здесь есть дозатор, что тоже очень здорово. Кстати, с этой скидочкой стоимость вышла в 255 рублей. Ну, это вообще очень дешево, я считаю, для такого бренда. Он мне нравится, я много что пробовала. Вот конкретно вот этот шампунь нет еще. И поэтому будет очень интересно познакомиться. Здесь, конечно же, приятный аромат. Ну вот, собственно, и все, что я могу сказать пока по этому продукту. Следующее, это вот такие два продукта по уходу за волосами. Марки Dove. И такое я еще не пробовала, написано новинка. Блеск и питание сывороткой. Питает тусклые волосы, возрождает их естественный блеск. Все, скоро волосы будут блестеть, как сверкать, как зеркало, наверное. Хотя, честно, они мне так-то блестят. Сейчас я пользуюсь шампунем, который вот заказала немецкого бренда I плюс M. Вот прямо мне очень нравится, хороший шампунь. Не будем отвлекаться. Взяла я как шампунь, так и бальзам-поласкиватель к нему. Хотя я редко так делаю, но сейчас захотелось. Аромат, несомненно, приятный, но химозненький. И бальзам, и шампунь стоили по 149 рублей каждый. И продолжаем. Следующее, что я приобрела по скидке, это вот такой вот веселенький баллончик, в котором находится спрей для тела Lovely Mango. И, в общем-то, он меня заинтересовал своей яркостью. Вообще люблю спрей для тела. Видно, да? Такое сухое распыление. Хотя влага ощущается, когда оседает. Какой же он приятный. Он такой фруктовый, сочный. Ну, просто обалденно. Вот пока идет скидка, я вам очень рекомендую. Там несколько вариантов. Там вот ванильный баллончик оформлен очень так приятно здесь. Ну, знаете, такой цвет. Привлекающее внимание. И меня сразу привлек, и хотела взять. Но еще не знала, что ваниль. А потом прошла ваниль, думаю, ну, ваниль это как-то обычно. Вообще люблю ароматы манго в косметике. И что в итоге, я смотрю, вот этих вот ванильных баллончиков, их осталось мало. Вот видите, как привлекает дизайн, серьезно, как и меня в первую очередь. А остальные два, помимо вот этого и ванильного, там был какой-то такой темно-синий и еще какой-то, не помню, который совсем не остался у меня в памяти. Вот они не бросаются так в глаза, но тоже интересно. В общем-то, я бы советовала определенно вам приобрести, попробовать, если вы любите спреи, как и я полюбила их в последнее время. Но вы знаете, здесь не только манго, здесь ноты аромата, сейчас я вам зачитаю, фруктовые, мускус, манго, цветочные и цитрусовые. Вот так. 31% стоило 129 рублей. Класс! А полная 189 стоимость. Ну и последняя, это декоративочка. Причем взяла я из скидочной корзины, в которой что-то валялось. К слову, не в четверг ходила. И вот, да, там был выбор какой-то. Но многие были товары там непрезентабельного вида или просто меня не устраивали. И я, в общем-то, из всего этого изобилия захотела взять вот такой вот блеск для губ. Да, вы знаете, как и уход за волосами, блески для губ мне тоже не безразличны. Не настолько сильно, конечно, как уход за волосами, но тем не менее, да. И, в общем, этот блеск, он у меня и сейчас на губах, и я его поносила, мне есть что о нем рассказать. И в скидочной корзине, кто не знает, стоимость по 69 рублей. Бренд Evelyn Cosmetics All in One. Это довольно громкое название, как это все в одном, что здесь и еда, и машины, и квартиры, и погода, и природа, в общем, все что угодно, да, все в одном, ну бред же.
То есть непонятно, что в одном, но это типа блеск помада, но подозреваю, мы можем только догадываться, потому что здесь не расписано, что же все в одном. Это, к слову сказать, 110 оттенок. Я так думаю, что здесь увлажнение, питание, цвет, ну вот что-то такое, знаете, блеск. Хотя, кстати говоря, о цвете тут еще стоит подумать. Сейчас я вам сделаю сводчик на руке. Значит, смотрите, вот такой вот сводч. Можно наблюдать какой-то такой розоватый оттенок. С другой стороны, вы также можете наблюдать, что его очень мало. И в основном это просто такой колоссальный блеск. Но на губах этот блеск абсолютно не виден. Он просто блестит, сверкает, но никакого цвета не дает. То есть, значит, он приближен, по крайней мере, к моему цвету губ. И поэтому сливается с ним и не дает никакого оттенка. Это исключительно просто блеск. Но этот блеск, да, там еще написано, что он стойкий, ну как вам сказать, если не есть, не пить, да, стойкий, не целоваться. А если, собственно, все это делать, то, конечно, вся эта стойкость мнимая, он же не приклеивается к губам, уйдет, конечно. В связи с этим могу такой вердикт вынести, стойкий, не липкий, блестящий все. Ну, на этом мой ролик заканчивается. Вот такие у меня были покупки. Если вам он понравился, был интересен и в первую очередь полезен, то, ну, и подписывайтесь, если еще это не сделали. Если сделали, то вы у меня большие молодцы. Я обожаю своих зрителей и буду вас и дальше радовать не менее интересными роликами. Пока, всем до встречи!